Тюлень, не храпи. Да я в говнище был уже в конце, там же видно, я уже все поплыл. Я начинаю говорить, и потом уже забываю, что я только что сказал. Лёва? Да. Ну не знаю, может быть. Я просто сидел около него целыми днями, молился и плакал. Во время батла вы много говорили о том, что до него вы встречались и обсуждали запретные темы, которые нельзя было поднимать. Не встречались, мы по телефону обсуждали. Что это были за темы? Нельзя было трогать семью. Ну, то есть, как он сказал про Лану, там задел, это категорически было запрещено. И не врать. Что значит не врать? Батл по фактам, то, что мы говорим, это должно было быть на самом деле. Все, что говорил Алексей и ты, это была чистая правда? Ну, Алексей про меня ничего не говорил. Он говорил, что я приезжий. Намекал на то, что ты до сих пор торгуешь наркотиками. Нет, но мне не надо этого делать, слава богу. Если бы мне нужно было бы финансово, может, я бы это и делал. Но мне это не нужно. Просто последний раз, когда я Лешу видел, он через меня орех мутил. У меня друг есть, который не хочет с ним связываться. И вот, я Леша сказал, говорю, что звони? Он позвонил, я ему помог. Он подумал, походу, что это мое. У меня вопрос возник. У тебя же есть тёлка, да? По-моему, есть, да? Ее зовут Лана. Не тёлка, а Но это такая блондинка с чёлкой, и вы с ней долго, а она еще молчит постоянно. Что тебе сказала Лана сразу после батла? Ничего она мне не сказала. Ей не понравилось то, что он про нее что-то сказал. Лана, ты меня извини. Правда, сама посмотришь, ничего там обидного не сказал. Тебе было принципиально, чтобы Гуф извинился перед Ланой? Да. Вас с Ланой устроила видео Гуфа? Ее устроила все. А тебя? Я ей позвонил, говорю, ты довольна? Я говорю, тебя устраивает? Она сказала, да, все. Что бы было, если бы этого видео не было? Было бы что-то. В смысле, ты бы приехал и начал решать вопрос? Я начал уже в Питере это делать. Я позвонил и говорю, кто будет за него решать этот момент. Я говорю, моя невеста, это моя личная. Мы договорились с человеком. Я тоже мог так пройтись поездом просто и по этой же части его жизни, чтобы он вообще прозрел. Но он был запрет, а он взял, все равно сделал. Вступил как гондон. Теперь у нас наконец-то появился опасный ведущий, который может размотать хейтеров. Да, это не точно. Рука Фредди Крюгера, да? Да, это перчатка Фредди. Я очень в детстве боялся этого фильма, я очень-очень-очень. Ну, Алан до сих пор боится, мне кажется. Вот это бог-птах, это с Египта. Серьезно, бог-птах? Ну, в Индии есть бог-птах. Да, это типа главный бог, вот это вот, вот типа олицетворение, вот он в Египте продается, вот такая фигня. Это моя колбаса, One Love. Колбаса, знаменитая, да? Я очень люблю колбасу. Это моя болезнь, короче. Знаешь, есть люди сладкоежки, есть идиот, я ем колбасу. Да, это мне Ланка, она знает, что я люблю, она мне подарила корзину с колбасой. Они долго хранятся? Вот. Это колбаса из оленины вообще, офигеть. Послезавтра ее не будет уже. Ты в интервью говорил перед Версусом, что идешь на батл возвращать друга. Вернул? Когда я уже туда приехал, я уже приехал с другими мыслями, с переделанным текстом. Что ты в нем изменил? Я его ужесточил. Мне уже сказали за день до приезда туда, что он там что-то хочет про Лану сказать. Но я думал, что он просто, как я Айзу пример привел. Я же Айзу привел в пример, что говорю, я с Айзой согласен в таких-то вопросах. Или там, что я рад, что Айза нашла себе нормального мужика. Я думал, в таком формате, но мне как бы уже последний там момент сказали, нифига. Я уже до последнего все-таки думал брать там несколько моментов, вот этих самых жестких, но я их оставил. А что ты хотел убрать? Про сына, про собаку? Про сына и собаку хотел убрать. Поверь мне, батл это не конец истории всей этой. Она еще не раз где-то всплывет какая-то, с какой-то другой стороны, с какого-то другого угла придет, и опять этот будет бум, и опять все будут говорить об этом. Центр был, центр есть, центр будет. Какой твой любимый магнит? Тут необходимый мне магнит, я постоянно забываю. Вот мой любимый магнит. Это первый наш концерт. Это вот клуб оттуда. Апельсин? Да, клуб Апельсин, это настоящий флайер с клуба Апельсин на первый концерт центра. Можно его в камеру показать? Да, презентация альбома. Просто историческая фигня. Презентация альбома «Качели». А у меня на студии висит первая, и афиша висит настоящая. Она у меня дома осталась, нашел ее и быстренько сделал. А сколько пришло народу на первую презентацию? Что-то там 1200, что ли, было народу. Это было дофига по тем временам. Это было вообще пипец. То есть никто столько не собирал. Мы собрали при первой презентации, первый альбом. У нас до этого был какой-то концерт Эквалой маленький, там какие-то выступления имел. На тут презентация альбома. Бабах. Бах. Такая очередь длинная стояла. Я бухой бегал вокруг очереди и радовался.
Что тебе сказала дочь после батла? Дочь? Ты зачем нажрался? Мне все друзья сказали, зачем нажрался? А ты реально был подбуханный? Да я в говнище был уже в конце, там же видно, я уже все поплыл. Мы приехали в Питер, и мне все говорили, так, не бухать, не бухать. Я говорю, все, не бухаем. Ну, я бегал втихаря, короче, бухал один. Когда приезжаю в другой город, я прям чувствую себя как-то, еще есть давление вот это вот. Я очень боялся забыть текст. Я не переживал ни за что вообще, кроме вот этого момента. Я дико боялся забыть текст. Алексей тоже был слегка в подпитии? Нет. Он выпил одну кровавую Мэри и все. А я выпил. Я только пришел туда, я сразу 100 коньяка выпил. Минут 5 походил, еще 100 коньяка выпил. Для горла. Для горла, да. Потом еще 50 коньяка. Потом мне сказали, коньяк кончился, я ром пить начал. То есть я, когда батл начался, я уже, когда со стаканом стоял, это уже был третий или четвертый стакан мой. Да я еще был трезвый. А потом на меня как-то прям сразу, так раз. И накрыло. И накрыло, и все, я потерялся. Момент, когда я представляюсь. Это эпичная тема, просто вообще. Я в Мессину стоял вот этот момент, дулся. И стою просто и понимаю, что я вообще не соображаю, сейчас ничего. И мне говорят, я пытаюсь сформулировать, меня сушит, у меня язык прилип к небу, я не могу ничего сказать. И мне, я начинаю говорить, и потом уже забываю, что я только что сказал. И думаю, так, и вот это, и тут во мне проснулся Кличко. То есть выбор делать дичь прям совсем лютую, прям грязь-грязь, либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем, потому что совсем прям грязь, это сам прям. Здесь вот глобус у меня, но это бар. Я там пара там пусту. Красиво придумали. А там бухлишка есть, оказывается. Вот, ну здесь вот. Так, это что? Это мы были в Китае и купили вот такой вот. Это змея и корень. Это что за корень? Для крепости, наверное, да? Как он называется? Как-то, короче, называется этот корень. Для чего-то там, я не знаю, но я это пить никогда не буду. Я ко всему китайскому отношусь с недоверием, а бухлишка со змеей, мне кажется, можно вообще крякнуть. Проболелся. Там еще какие-то вон зерна висят, я не знаю, что это. Плавает все. Ну, вот змея. Йоу, старина, привет. Привет. Посоветуешь, может, что-то как время подубить? Приложение тебе посоветовать? Попробуй Амино. Это такая штука типа клубы по интересам. Вот я тут, знаешь, залив тему русского хип-хопа. Слушай, прикольно. Обязательно ищи, вот викторины крутые. Ну-ка сейчас проверим, хорошо ли я знаю творчество ATL-а. Ну что, ребята, у меня 10 из 10. За последнюю неделю мы с Колей сняли несколько выпусков и не можем понять, какого героя дропнуть первым. В приложении Амино можно создавать опросы, и этой опцией мы прямо сейчас и воспользуемся. Лизер или Джах Калиб? Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение себе на телефоны или на планшеты и выбирайте, кого вы хотите увидеть первым. А пока вы голосуете, я пойду участвовать в следующей викторине. Сколько стоила корона, которую ты вынес? Это корона победителю. Выиграешь ты, заберешь ее. Выиграю я, заберет и рестик. Ну, где-то 1300, наверное. Она из золота и серебра? Серебро, золото, да. Эксклюзивный вариант. Ее делали специально для этого. Это был именно подарок победителю, неважно, кто бы победил. Мне привезли за день, я сел в поезд с ней и вот так вот с этим рюкзаком ходили мы. Один раз забыли его в машине, там в такси, в другой машине. И мы ехали всю дорогу, говорил, блин, корона, корона. Было бы, наверное, не классно забыть в такси 300 да, тысяч рублей. Да, было бы не классно. Я в Москве приехал, мне бы сказали, ты что, офигел? В такси забыть? Ты с ума сошел? Ну, как бы это был бы полный провал. Алексей ее забрал, увез? Но они ее забрали, я не знаю, что они с ней сделали, меня это уже не интересует. Как бы, подарок есть подарок. Я думаю, что он, наверное, ее дома оставит, как память. Если он ее выкинет или кому-нибудь отдаст, это будет глупо, наверное. Это торт? Да, это торт. Кому пришла идея с тортом и вот с этим надгробием? Ладно, помогла мне, нашла какой-то кондитер с конторы, мы с ним поговорили. Вот, и они сделали торт нам просто бесплатно. Вкусный был еще торт? Вкусный торт. Мне очень хотелось сладкого, я его поэтому ел. Это как шоколадное, он был шоколадный. Не знаю, из чего была вот эта штука, но это, я так понимаю, глазурь какая-то. Это что-то, он, само надгробие было очень такое плотное. Это фан, это черный юмор, это не попытка оскорбить. Ведь это шоу. Не хотел бы, чтобы Леша пошел там сейчас и умер где-то. И мне нет желания, чтобы он умер. Такого у меня не было. Эй,
Wake up. Тюлень, не храпи. Так, кто вот это вот лежит в углу? Вот это лежит тюлень. Это она, да? Она храпела все интервью. Да, она очень, очень шумно спит. Она и пьет шумно. Она когда начинает пить, такое ощущение, что она ест воду. Потому что она хлацает зубами что-то. Она старенькая уже, ей уже почти 18 лет. Но она очень добрая. У тебя, получается, две собаки? Да, еще где-то таракан бегает. Таракан твой бегает или просто в доме завелся? Да нет, собака. Ее Астя зовут, я называю таракан. Я тараканов у меня нет, слава богу. Так я боюсь, это ужасно. Не-не, у меня на Третьяковке в коммуналке жил, там было лютое количество тараканов. Мы их выгоняли, они убегали в другую квартиру, они начинали гнать там, они прибегали к нам обратно. Вместе с тем, как, теми тараканами, которые жили в них. Ты говоришь Гуфу, что у него пустые залы, он тебе отвечает, что у тебя вообще их нет. Прокомментируй это, пожалуйста, как-нибудь. Нет личной жизни, пустые залы, это факт. У тебя они вообще есть, блин? Есть, поверьте. А что мне комментировать? Пусть выкладывают видосы с залов. Не со стороны, не сцену, когда фотографируют, и под сцену, а вот так. Я не знаю, как после батла у него будет, что было до батла. Я приезжаю, мне говорят, там приезжал Слим. Сколько людей? Столько же, сколько у тебя. И Леша приезжал, говорю, сколько? Да, такое же самое количество, плюс-минус там 20-30 человек. Ничего там нету. Вот это все надутое, вот это все уже. Это уже рэпер-мем. Леша для меня это рэпер-мем. То есть он больше в интернете, нежели на площадках. А сколько ты сейчас собираешь в среднем там в Москве и по провинции? В Москве давно не выступала. Так, ну, 300. 400. Учитывая столько, сколько я пишу рэпа последние два года, знаешь, как бы это очень хорошо. У меня вышел альбом «Бодрый», и я просто сел в лужу с ним, не потому что плохой альбом, а потому что меня сделали невыездным, и я год не мог выезжать. В Мытище, чтобы поехать, мне приходилось в Следственном комитете писать заявление, просить разрешения, чтобы меня отпустили. Из-за той истории с антидилером, да? Да, да, да. Поэтому как бы я сел в лужу из-за этого. И поэтому не отработал альбом. Что альбом неплохо продается, как ни странно. На iTunes. Да, на iTunes, на площадках цифровых. Да. Все твое имя кричат. Hey, hey, те, кто не верил, молчат. Еще. Ты во время батла сказал, что клип Тимати и Гуфа «Поколение» — говно. Трек — говно. Вот очень интересно, как... Ну а почему бы с Борей Моисеевым не записаться? Ну это коллаб двух разных... Чего? Чего? Граней. Двух артистов из одного поколения, но из совершенно полярных сфер. Здесь идеология. Какая? Вот ты когда двигаешь идеологию, что ты труешь, что это неправильно, а потом идешь, пишешься с этим человеком. Тиман там хороший бизнесмен. Неважно, как я отношусь к его рэпу, как музыканту, нравится мне или нравится, мое субъективное мнение. Но идеологическая составляющая. Есть уличный рэп, есть поп-рэп. Вот это поп-рэп. Получается, нет никаких граней вообще. То есть тогда можно идти писаться, я не знаю, с Моисеевым, а что нет, можно хайпануть. Или там, я не знаю, еще с кем-то, там, с Пенкиным. Ну, Баста же тот же, пишет же с поп-артистами совместные песни. Ты путаешь, поп-артисты разные бывают. То есть Тимати есть плохой поп-артист? Тимати, как тебе объяснить? Это же явный был ход за хайпом. Не за качеством, а именно за хайпом. То есть, когда Баста пишется там с какими-то там певицами, которые круто поют, они реально круто поют. Два профессиональных крутых артиста одного примерно уровня делают качественную музыку. А тут раз, и вот так вот. Если бы Тимати предложил тебе фит за деньги, ты бы отказался? Нет, отказался. Вообще, при любых разговорах? Меня звали на эту. Давай, до свидания. Угу. Вадик поехал туда, я сказал, даже туда просто не поеду. Я очень принципиальный в этих вопросах. Я лучше пойду барыжить. Честно тебе говорю, мне мнение зашкварно кажется. Это наши первые награды. Две. Это короче, альбом года «Эфир в норме». А это клип, по-моему, года «Город дорог». Это рэп.ру, когда еще как раз Никитин там был. Вот, да. Это типа самые крутые были для рэперов награды. Круче, чем MTV, круче, чем Муз ТВ и так далее. Сейчас, к сожалению, таких рэперских наград не делают. Почему они висят у тебя, не у Вадика, не у Леши? Если парням надо будет, они позвонят, я могу им отдать. Но эти я не отдам, эти оригинальные. Кстати, что стало с велосипедом-то Гуфа? Он его забрал? Нет, конечно. Он до сих пор на студии стоит? Нет, какой-то крендель приехал, обсаженный, говорят. Такой, на бодрячке такой, говорит, прикольный парень. Вот, и купил его за 150 тысяч. Ну, эти деньги раскидали просто сразу. 150 тысяч рублей? Да. И все деньги эти раскидали на ровные части, на всю тусовку, просто ради прикола, там, по 3 тысячи, по 4. Раскидали на карты ради прикола, и все, велик уехал. Что ты почувствовал, когда узнал, что Василий будет судить ваш батл?
плане, нам, не то, что узнал, нам дали список, кто может быть судьей. То есть там был список, в нем было очень много... Ну, были имена, да, и мы выбирали из этих. Я так понимаю, вы отказались, чтобы был Шнуров? Я категорически был за. Я очень хотел, чтобы был кто-нибудь из АУ-74, либо с московского андеграунда кто-нибудь. Но все это отлетело. Кто конкретно из списка улетел, например? Я так по именам сейчас не помню. Там флешбладов были, куча народу. Ага. Вот. И еще кто-то там, батлеровые были, топор там был, еще кто-то. И Леша знал, что Вася будет. Он утверждал этих всех судей. Вася больше, чем мне досталось. Мне ничего не сказали. Толком-то там, ну, приезжий, я из Баку, и что дальше, ну что. А бедному Вася, по нему как по поездам прошлись, мне, честно, стало неприятно. Я не знаю, как Вася это схавал, я бы не выдержал. Я бы ему сказал, ты что, блин, я бы треснул, сказал бы, ты что на меня наезжаешь? А сейчас у меня вопрос к тебе, Василий Михайлович. Да ебаный. А Баста правда его бил? Это я пьяно неправильно сказал. Там это я уже с пьяно так сказал, мне прям с пьяно так сформулировалось. А там было, вдруг Вакуленко тебе по ебальнику даст. Без, опять. Опять я не знаю, откуда он у меня вылетел, честно. Я уже в говнище был, он у меня так вылетел, он такой, опять? Я такой, опять? И думаю, блядь. Че ты, блядь, молчишь? Боишься, что тебе опять Вакуленко по ебальнику даст? Опять? Ты не захотел, чтобы на концерте реюнион группы «Центр» выступал Баста? Правда ли это? Че? Неправда. Это не так было. Что-то там произошло, я не помню причину, но мой разговор поднялся по поводу Басты. И мы все сказали нет, все сразу. Это не я придумал. Я как бы просто больше всех сказал нет, потому что мы тогда с Васей были в конфликте. Из-за Витяки, из-за трека с Витяки, который был. Из-за того, что я просто свое высказал мнение, чтобы на тот момент на глаз попадали артисты, и потом куда-то они девались, то есть они куда-то пропадали. Сейчас как бы мы видим обратную сторону. Вася звонил мне, мы с ним по телефону ругались, там встречались люди, там, ну целый был пипец. В итоге как бы нам сказали, все, завязывайте с этой историей, чтобы больше этого не было. Мы на этом закончилось. Но вот это все было это, примерно в этот момент, плюс-минус какой-то там. У Вадика были свои личные конфликты с Васей на тот момент. Он как бы тоже был категорически против. Леша был против, потому что у него был уход с газа не очень легкий. И как бы, ну понятно, что виноват только я. Всегда виноват только я. В группе был, все будут против, но виноват Птаха. Для тебя вопрос, Бигги, Тупак? Тупак. Или Мос Деф, вот он. Тупак. Мос Деф очень круто, это очень крутой чувак, но Тупак есть Тупак. Кому-то нравится Биг Пан, кому-то Бигги Смолс, кому-то Тупак, кому-то Мос Деф, кому-то Нас, то есть и так далее. Для меня идеологическая его составляющая, и как он жил, что он говорил, он был крутым актером. Он был хорошим музыкантом, он был хорошим рэпером, он много-много чего, он двигался там как бы за права чернокожих. В свои 26 лет он сделал больше, чем, блин, я и все мои знакомые, все знаю, кого я людей на свете вместе взятые. Ты второй год. Трогаю Хованского? А? Трогаешь Хованского. Меня раздражает он. Если бы он даже не был рэпером, вот честно, вот он был бы просто ведущим, актером. Он меня настолько раздражает, он настолько аморальная личность, он такой мерзкий. Мало того, что он алкаш, мерзкий. Я до него чисто докопался. Знаешь, как в школе докапывают до какого-нибудь противного чувака? Вот я до него докопался так. Я от него не отстану. Я буду его постоянно терроризировать, я буду его троллить, буду писать ему гадости. Я буду спускать на него свой негатив. То есть, на самом деле, бить ты его не собирался? Да нет, конечно. Я его буду бить, он пойдет за я его убью. А батлить-то будешь его на версус? Повторюсь, Давид. А если есть какие-то проблемы, готов разъебать тебя на версусе на раз-два. В каком версусе? С кем? С Хованским? Он что, рэпер? То есть ты не планируешь больше возвращаться на версус? Я этого не сказал. Планируешь? Возможно, но нет, не точно. Это не точно. Но трезвый уже, точно трезвый. Вообще, я приеду за неделю пить, чтобы вообще не пить, ходить там, наслаждаться. С кем бы ты побатал? Я пока не скажу. Я знаю сейчас это. Вот я сейчас скажу, сразу там начнется через... Как только выйдет передача, через 5 минут они все начнут писать «Go на Versus», блин. Ты я... с Бастой бы побатлил? С Бастой? Мне нечего про Басту сказать. А со Слимом? У меня есть что сказать про Слима, но, не, но нет такого, блин, чтобы сверхъестественно, чтобы Слим мне что-то сделал такого плохого. Вот эта ходьба туда-сюда, то с Гуфом, то со мной. Это его личное решение, он там за него, он как мне говорит, ты не, это его бизнес. Он мне в открытую сказал, чувак, но это бизнес. Ему уже группа «Центр» это не друзья, это чистый бизнес для него. С его слов, которые я слышал от него. И для меня как бы ему толком сказать там нечего. Окей, я вот могу навскидку вспомнить двух людей, с которыми ты бы мог выйти и решать да, старые конфликты. Да, знаю, Оби-Вана и Левана. Лева? Да. С Левой? Ну, не знаю, может быть. Была пикировка и с Драго, с тем же. Драго мне не интересен.
мне вообще не интересен. Драго вычеркиваю. Потому... Вот что я от него получу от батли с Драго? Ничего. Зачем он мне нужен? Чтобы о нем лишний раз заговорило огромное количество людей? Вспомнили о нем? Дать ему этот хайп? Я не хочу. Я жадный. Топ-3 российских рэпера прямо сейчас. Вот мне этот Монтерштарм, или как он там называется? Моргенштерн. Да, но мне нравится музончик он какой делает. Прикольный музло. В принципе, это тот же самый фейс, только, короче, без вот этих бургеров, и я ебал твою тёлку. Но у него тоже есть татуха на лице. Да, это без разницы. И, слушай, они артисты, они же не блатные, блин. У меня 2 сережки, и чего? Теперь что, я от этого педиком стал, что ли, или что? Нет, это типа бред собачий, блин. Окей, Моргенштерн, кто еще? Мне очень нравится Капюшон No More. Он недооценен, мне кажется, слишком недооценили. Мне дико до сих пор нравится, блин, Лок Дог очень. Вот его бы на батл заманить, мне кажется, мог бы там нормально поиграться. Вот с кем-нибудь. Он серьезный рэпер. Кизар, мне некоторые треки приятно слушать. Димас, ты мне нравится, я считаю, что вообще вот этот стиль школа, вот эта школа вот этого всего новомодного, это от него пришло. Покажи браслет, который у тебя на руке. Это подарила мне моя подруга, мы с ней дружим уже, но на тот момент 16 лет дружбы было. Она мне притащила вот такой огромный пакет с бриллиантами, с сапфирами, с какими-то колье там. Я когда его открыл, я говорю, ты что ее принесла? Она говорит, слушай, у меня там дома кипиш, мне надо это куда-то скинуть. Я говорю, неси в банк. Я говорю, ты больная? Нет, банку я не доверяю, ты, я знаю, ты мой друг, я знаю, что он никуда не денется. Неделю это у меня лежало, я плохо спал. Я смотрел на эту фигню, мне приходили друзья и говорили, слышишь, значит, на пару мультов зелени все это было. Сейчас мы этого сможем скинуть за полмульта вот сходу сразу. Я говорю, нет. Я неделю, через неделю он приехал, я говорю, забери. Если бы я чуть-чуть послабее был бы, я бы, наверное, уж... Конечно, у тебя когда такая фигня, очень большое искушение. А перстень с Путиным ты носишь сейчас? Да нет, перстень с Путиным — это рекламная кампания была. Они принесли мне кучу бабок, отложили, отвалили, чтобы я, блин, рекламировал перстень с Путиным. Сколько, если не секрет? Полтинник. А, 50 тысяч рублей за полтинник. Понятно, что я не буду же с этим Путиным ходить, он там валяется у меня. Я отношусь к Владимиру Владимировичу с большим уважением, мне нравится этот президент, но ходить с Путиным, ну, то есть, это как бы нет. Угу. Точно нет. На месте этого здания много лет назад как раз начиналась студия Anik Records. Потом началась студия Цау Records. Если я все правильно помню, Цау Records отказали в дальнейшей аренде. Им пришлось отсюда съехать как раз по причине того, что под лестницей часто находили шприцы. На самом деле там другая была история. Мы кардинально плохо платили аренду. То есть мы задерживали на 2-3 месяца, могли задержать, и постоянно из нас приходилось убивать. При всем при этом там было много рэперов. Это были большие пьянки, гулянки каждый день, каждую ночь. Бухи, обнюханные, в каком только состоянии там не лазили, орали. Там же другие еще арендаторы были, они на нас очень жаловались. И не из-за шприцов. Ну, я не знаю про шприцы, просто я, честно говоря, это услышал уже от Бледного. Но у них был Аник, они на Анике больше. Да. Вот. И, может быть, так сказали, нам по-другому преподнесли. Чуваки заколебали, вы не платите аренду, идите в жопу. Это моя мама. Вот. Она заживет на Сейшелах и рисует картины. То есть твоя мама художница? Да, художница. Здорово. Здесь вот я маленький. Вот в этот момент вот в этот день я перестал верить Деду Морозу, потому что я запомнил это навсегда, потому что нас фоткали до или после этого момента. Я дернул за бороду и понял, что она на резинке. Вы с мамой часто общаетесь? Часто ли ты ее навещаешь? Бабушку? Маму. Маму? Очень редко я туда летаю, она, как правило, сама прилетает. Я там 2 месяца прожил, мне хватило вот так вот вообще. Я оттуда просто убежал. Почему? Почему? Это невозможно. Скучно? Конечно. Это я просто поймался на мысли, что я сижу на пляже. Водичка, это океан, это белый песок, баунти, короче. И я просто тупею, потому что у меня нет мысли, я просто с соком вот так сижу, мама подходит, говорит, не сиди под пальмой, кокос упадет, поворот, там кокос висит. Я говорю, все, я домой, я улетел домой, я говорю, поеду домой, начну писать опять рэп, выстрелит, нет. Я приехал, мы начали писать центр, и я не вернулся. Ты рассказывал в одном из интервью про то, что у тебя была шизофрения. Ты лежал в больнице. Была, да. Да, из-за экспериментов с наркотическими веществами. Не было экспериментов, была подстава. Не было экспериментов. С Австрии был чувак Эльма, я его на всю жизнь запомнил. Он привез какой-то гарик лютый с Австрии и не предупредил ничего. Ну, я скурил, блин, и все. И у меня 6 часов было лютых галлюцинаций. Панические атаки, мне демон предлагал продать душу, ангел отговаривал, минотавры по улицам бегали. Я пришел домой, кое-как пришел в себя, прошло 2 дня.
Что-то я вышел, через два дня подул, вернулся. Лежу, смотрю за стеклом. Пью молоко. Налился молока, пью молока, и мне просто телек по морде, по глазам прям так ба! Такая боль адская, я не могу делать, но я понимаю, что все. Утром я проснулся, вроде ничего, делаю два шага и понимаю, что опять все начинается заново. Я неделю, короче, продержался, потом побежал к врачам. Меня накормили какими-то таблетками, далее выписали. Я походил, попил их, вроде все прошло. Мне исполнялся 21 год. Был удав такой, и он еще тогда был, царство ему небесное. И он мне говорит, выпей бутылку пива. Я говорю, не пейте, я не буду. Я им проставился, но я сказал, я водичку попью. Пей, выпей, выпей. Я выпил бутылку пива, через 4 часа меня вывезли на скорую помощь с признаками отечности как раз головного мозга. Я просто молился, реально. Я молился, я сидел, у меня был храм, где я крещенный, где я учился до этого. По храму скорбящих радостей на Третьяковке. Я просто сидел около него целыми днями, молился и плакал. Но было так страшно. То есть я не представляешь, это... То есть это, короче, как тебе объяснить? Ты понимаешь, что ты сошел с ума? Наглухо вообще. У тебя какие-то дубы, голоса, что-то происходит с тобой. Все это вот это глючит, у тебя панические атаки, ты не можешь спать, не можешь есть, у тебя постоянно везде мерещится что-то. Я когда в себя пришел, я больше не курил никогда, ничего, я только бухал. Все, я сказал, травку нет, все, никогда. Еще если там кто-то закуривал рядом, я убегал. Вообще против ветра бежал, чтобы на меня, не дай бог, не попало. Я очень боялся. И когда альбом «Папиросы» уже писали, мы начали писать альбом «Папиросы», я вот тогда приехал 9 грамм, мы с ним познакомились, «Джипси», там вся эта вот движуха «Бастас Рекордс» туда. И мне, ну давай, 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 давай. И я такой, ну ладно. Я навоснулся и прямо на секунду почувствовал это состояние, так испугался. А тут у меня раз и сразу прошло. Я такой, а? Ништяк. Я говорю, ну вот этого мне не хватало столько лет. И сразу написал альбом, дописал «Папиросы», выпустил. Но это не значит, что надо курить, это как бы просто так сложились обстоятельства. По легенде, это из Африки привезли шкатулку. И эта шкатулка, она типа, я не знаю, правда это неправда, но типа сделана из человеческой кожи. Их было две. Ух ты, бля. Мама, короче, одну каким-то образом умудрилась оставить дома у нас. Это вот мне мой друг подарил. Для тех, кто поклоняется там солнцу и так далее, они знают, что это значит, что это за топор. Вот, царство ему небесное, недавно погиб в... Да, из Донецка, ой, из Луганска, Вова Большой, вот, подорвался на мине. Вот это, короче, он мне подарил, говорит, это типа оберег. Я храню как память. Чего ты сейчас боишься? Войны. Боюсь, война начнется. Все. Когда люди начинают убивать других людей. Угу. Я вот уехал оттуда во время войны, я не хочу больше, чтобы это было здесь. Это страшно. Страшные вещи. Я был в Донецке, в Луганске, я видел эти дома развалины. Деревню эту, которую за ночь Айдар положили, или кто-то там, или как это там, батальон какой-то, положили просто градом всю деревню за ночь. Град, ты спишь, тебя просто градом щелкают. Там бабульки, дедульки, это страшная вещь. Ну и, конечно, боюсь, что по шее даст. Боженька имею в виду. Типа, и все, больше ничего не боюсь.